27 километров берега Красного моря, занимает побережье Акабы. Этот молодой курорт Иордании находится в самой северной части Акабского залива, на расстоянии 335 километров от столицы королевства, города Амана. Роскошные отели, в которых с удовольствием останавливаются и гости королевства, и местные жители, расположены в самом центре города Акабы. Это удобно для всех. Для отдыхающих на Красном море близость хорошего шопинга – это приятная возможность совместить отдых с отличными покупками. А для бизнесменов работа сочетается с отличным восстановлением сил на море. Как мы заметили, во всех отелях Иордании приветствуется наличие русскоязычного персонала, и руководство отелей потихоньку учит русский язык, чтобы понимать лучше гостей из России и стараться расширять услуги, которые поднимут отдых в Иордании на высший уровень. Кроме прекрасного пляжа, Красное море – это еще и знаменитое место для дайвинга. Знаменитый коралловый сад Акабы расположен всего в 50 метрах от берега и доступен для погружения без морского транспорта.